клітку літеру С. Я лікувалась, ходила на терапії, і врешті-решт одна медсестра показала мені декілька вправ з йоги. Я почала виконувати ці вправи, і це призвело до того, що мій хребет випрямився, зник мій гор, і я відчуваю себе значно краще. Люблю я йогу очень сильно, потому что она действительно помогает. И Доня Архения тому пример. Угу. Ты говоришь, что йогой можно заниматься в любом возрасте. Доне Архении сейчас 65 лет. Если наши зрительницы, и вы прекрасно выглядите, ну, это мне просто Эктор по секрету сказал, так бы я подумала, что вам только 50. Красно, дякую вам. Насправді йога стала частиною мого життя. Какая прелесть! Вот этот подход нужно очень многим людям усвоить, поэтому я уверена, что сейчас мы начнем заниматься, а вы будете делать это вместе с нами, вдохновленные Анитой и Доней Архенис. Аниточка, давай начнем. Сегодня я покажу очень простые упражнения, которые можно делать людям, которым за 50, за 60 лет. То есть в таком возрасте не поздно начинать. Никогда не йогой. Поздно начинать, и более того, начав делать, буквально в течение 1-2 недель почувствуете такую большую разницу, что никогда больше не сможете бросить. Начнем мы с дыхательного упражнения. В нашем случае дыхание нам поможет расслабиться. Мы сделаем не обычное дыхание, а чуть-чуть с изюмом. Колени слегка согнуты, вытягиваемся руками наверх, делаем вдох, соединяем пальчики вместе и здесь сглатываем. Просто и продолжаем глотаем воздух? Выдох. Да. Еще раз, выполняем вдох, сглатываем. И выдох. Вы, наверное, спросите, зачем мы сглатываем. Не сомневайся, спрошу. Когда мы глотаем, то мы не можем быть напряженными. Именно благодаря этому маленькому движению мы расслабляемся, расслабляем шею, расслабляем плечи. И добавим еще один маленький нюанс. В конце выдоха мы добавим втягивание живота. Мы пупок постараемся придвинуть к пояснице. Одна из проблем, которая возникает особенно у женщин зрелого возраста, это живот. Мышцы настолько расслабляются, что живот становится большим, не так, как было в молодости. И именно это движение, эта привычка втягивать живот на выдохе, поможет нам живот подтянуть и сформировать такой корсет. Ваш сын, наш любимый Эктор, йогой занимается? Коли я захворіла, він уже поїхав у іншу країну працювати. Він відлетів, як пташеня з гнізда. І тому мій син тепер з вами. Але я завжди радила йому зайнятися йогою. І зараз, коли він спостерігає за вами такими гарними і мною, сподіваюсь, це його вмотивує. Я предлагаю как-нибудь Эктора пригласить к нам, да? Обязательно. Мы двигаемся дальше. Мы сейчас проработаем ноги. Мы становимся, ноги ставим чуть пошире, и одну ногу, которая впереди, мы разворачиваем, оп, две руки направляем в сторону, и таз развернуть на меня. Вы почувствуете, как хорошо раскрывается таз. Держим, держим, плечи опустили мягко, дышать. И вытягиваемся хорошо-хорошо в сторону, растягиваем боковые мышцы. И попробуем дотянуться до ноги, не обязательно коснуться стопы, можно до... О! Сразу заметно, когда человек занимается. Так, 20 лет занятий йогой. Разворачиваем еще носочек. В этой позе у нас укрепляются абсолютно все мышцы ног. Мы стараемся в этом положении задержаться подольше. Но ориентир – это 3 дыхательных цикла. Мы успеем 3 раза сделать вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Это хороший результат. Больше задерживаться не надо. И наша задача – расслабиться в этом положении, получить удовольствие, научиться расслабляться, стоя на голове, сидя, лежа, как угодно. Вот это самое удивительное в йоге. Сидеть или стоять в нелепой поднимаемся позе, при этом чувствовать себя расслабленным. Разворачиваем другой носочек. Вытягиваемся хорошо, растягиваем боковые мышцы, руки параллельно, колено ровное. И опускаемся еще раз вниз. Здесь мы пробуем раскрыть грудную клетку. Смотрим вперед, оп, ага, раскрываем плечи, дышать, Надюша, и поднимаемся плавно наверх, так, и возвращаемся, есть, отлично. Не каждый так сделает в 65 лет, мы сегодня, я думаю, еще увидим много всего интересного. Доня Архенис. Возможно, встанем на голову к концу занятия. Итак, мы продолжаем. Мы присаживаемся. Аккуратно присаживаемся. Как часто заниматься? Заниматься нужно тогда, когда тебе хочется этого.
Да, то есть не нужно себя ни в коем случае заставлять, как это связано с тренировками силовыми. Вот да. Йогой заставлять себя не надо. То есть в йоге нет вот этого твоего любимого, нет боли, нет результата? Нет. Здесь у тебя должно быть настолько рвение, да, вот личное, тебе самому должно хотеться заниматься. О, Дуня Архенис уже знает, что делать. Так, подтягиваем к себе, меньше разговоров. И это упражнение «Бабочка». Зачем? Как известно, чем старше мы становимся, тем у нас суставы становятся более заблокированные. Подвижность суставов теряется. И тазобедренные суставы – это одно из самых проблемных мест. Поэтому этим движением мы мало того, что снабжаем наш таз кровью, да, идет хороший прилив крови, мы еще и раздвигаем ноги, учим суставы работать амплитудно. Поэтому мы делаем практически непривычное движение и улучшаем подвижность суставов. А скажите, вот там, где вы занимаетесь, Доня Архенис, есть девочки постарше, ну, например, лет 80? Є дівчатка, котрим 70-80 років. І є бабусі, котрим по 15. И я старенький, котрим по 35. Кстати, мне кажется, очень важно для Украины. У нас многие женщины считают, что если они после 40, после 50, то уже все. Уже да? Жизнь закончилась, уже какие тренировки, уже ничего с меня все равно не будет. Но мне кажется, мы здесь пытаемся доказать все время, еще раз и еще раз, что просто начните, и разница вам очень сильно понравится. А доказательство наше сегодня – это великолепная Доня Архенис. И я благодарна Эктору за то, что он нас познакомил со своей мамой. Спасибо вам. Давайте дальше заниматься. Хорошо, и у нас остается последнее упражнение. Шпагат? Нет. И какое же нас ждет упражнение? Кто бы подумал, что мы будем в таком возрасте рекомендовать вам делать это упражнение, но мы будем, потому что оно очень-очень эффективное. Так. Мы становимся в горку. Ничего себе. Поза собаки? Собака мордой вниз. Я поняла. Горка, горка. Ставим ладошки под плечи, упираемся ногами в пол. Это наша планочка. Угу. Еще дальше ноги назад. И провисаем. Копчик – самая высокая точка. И пытаемся провиснуть между руками. Опускаемся на колени. Угу. И потянуться назад, вытянуть поясницу. Мы делаем щадящий вариант, так как мы делаем зарядку для старшего возраста. Еще раз возвращаемся на руки и снова поднимаемся в горку. Выпрямляем ноги, тянемся пятками, тянемся к полу. Пытаемся поставить пятки на пол. И точечку между большим пальцем и указательным хорошо вдавливаем в пол. Эта точечка, давя на нее, вы хорошо раскрываете грудной отдел. Отлично, приятное упражнение. По-моему, это было отлично. Грандиозно. Доня Архенис, как вам понравилось заниматься с инструктором по йоге Анітой? Мені дуже сподобалось з Анітою і спілкуватись, і займатися йогою. Вона випромінює любов, і моя душа це відчула. А є у вас любимі упражнення, які вам показував ваш інструктор в Колумбії? Так, насправді, в мене є три улюблених вправи. Коли в мене був хворий хребет, мій інструктор учив мене, що з роками хребці хочуть склеїтися. І тому треба їх розкривати. Передусім, хребці розкриваємо. Ой, як добре, Надю, у тебе виходить. Ой, спасибо, Доня Архенис. А тепер називається вітрила. Нічого собі, це плуг. І робимо ножиці. Так, ладно, надо пробовать. И відхиляємось назад. Доня Архенис, вы просто... Pero esperemos que mi moña... Сподіваюсь, у мене не зіпсується зачіска. Просто нет слов. Надеюсь, так, если я сейчас это не сделаю, увольняюсь. Цю вправу я обожнюю. Ну что? Ты смогла? Ну вы просто великолепны. Мы засмотрелись, мы ничего не смогли. Мы вот так вот... Делали. А тепер робіть. Піднімаємо ноги. Піднімаємо. А потім так ноги опускаємо. Yo que creía que yo creía. Вітаю. Este que es ось є вправа, дуже гарна. Muy bueno para...
Вот это гибкость позвоночника. Да, слушайте, ну это просто... Так. Как говорит Анита, это любимое упражнение Мадонны. А теперь это любимое упражнение Дони Архенис. Все, переименовали. Тут мы можем надуть и живит. Повторюємо декілька разів. Це дуже гарна вправа для хребта, живота. З власного досвіду кажу вам. О, Доні Археніс, давайте встанемо, щоб мені легше було вас обняти і розцілувати. Моя дорога, ви просто... Дуже приємно. Велике дякую. І втроєм. Коли ми закінчуємо заняття, ми прощаємось ось так. Спасибо вам большое. Давайте договоримся, девчонки, что в следующий раз с нами тут будет заниматься Эктор. Класс. Я уже за. Думаю, что так. Мама сказала, значит, все, Эктор. Укреплять свое здоровье не поздно никогда. Доня Архенис сегодня нас вдохновила на то, чтобы мы прямо с сегодняшнего дня начали заниматься йогой. И все будет добре. Для семейных праздников и торжеств в каждой семье есть особое блюдо. И сегодня на нашей кухне мы узнаем, что готовит мама Эктора, когда вся семья собирается вместе. Встречайте, Эктор Хименес Браво и его мама Донья Архенис. Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада вас видеть! Сегодня мы будем с вами готовить суп, который имеет название «Каструлька морепродуктов». Взагалі, это не дешевая страва, которую подают у дорогих ресторанах. Краще дома готувати. Дома дешевше, ніж в ресторані, та смачніше. Густий суп-каструлька з морепродуктів – традиційний сімейний обід в родині Ектора Хіменеса Браво, за яким мати Ектора, Доня Археніс, завжди збирає велику та дружню родину. Ситна та оригінальна каструлька виглядає як дорогий ресторанний делікатес, але його собівартість цілком доступна. Крім того, замість морепродуктів можна використовувати курячу грудку або білу рибу. І готується суп насправді дуже швидко та просто. Коли мама приїхала сюди до нас, ми святкували її приїзд та готували каструльку з морепродуктів. Але моя мама вигадала, як можна каструльку приготувати по-іншому. І не використовувати багато морепродуктів. Можна замість морепродуктів використовувати курячу грудку. І замість рибного бульйону – бульйон курячий. Я з'єднав вершкове масло з рослинним. Тепер додаємо перець, щоб зробити зажарку, моркву, паприку, шафран. Та томатну пасту. Давайте себе представим ситуацию, в которой в вашей семье готовят кастрюльку морепродуктов. У нас були дні народження, Новий рік, Різдво, і ми збиралися усією сім'єю. Один нарізає цибулю, інший моркву натирає, третій все обсмажує. І так разом ми це блюдо і готували. Тогда давайте я буду щось делать тоже. Хочу помогати. Знаєте, що ви обидві можете робити? Почистити креветки всередині. Зверніть увагу, ми взяли сирі, вже чищені креветки, але можна використовувати і свіжоморожені. Але і ті, і інші треба розрізати тут, щоб перевірити, чи немає такої вени. І якщо вона є...